Это он помог мне распечатать лицензию. Он еще и переехать мне помогал. Он помог мне сделать какую-то там карточку. Я не понимаю, зачем? Скажи мне, разве он не хороший человек? Не нужно спрашивать. Я уверен, что он вступил в сговор с Джу. Это мы дураки, чужая душа потемки. Это я дурак. Вот меня и обманули. Он предатель. У него нет чувства долга. Кто предатель? Кто? Я не сказал, что это ты, Сянхай предатель. Он не предатель! Друг, это ты никак не поймешь. Сянхай, только я могу винить его. Другие, в том числе и ты, не могут винить его. Понял? Ладно, ладно, я молчу, хорошо? Джоу, я пойду с тобой. Стой. Сядь. Садись. Сядь. Джоу, не натвори чего. Хай, твоя лапша с вонтонами хороша как никогда. Ничуть не изменилось. Я собирался открыть лапшичную. Но это недостойно твоих талантов. А вот что. Расскажешь, когда ем. Хорошо, доедай. Директор Джу, этот вопрос. У тебя есть вода? Есть. Не только вода, но и салфетки. Держи. Хай, я знаю, что ты не пригласишь просто так на лапшу. Скажи мне, чего ты хочешь? Оставь Синсин технологии. Ты... я не понимаю. Эти 200 тысяч были приманкой. Он потерял только 100 тысяч. Но я, Джоу, пожертвовал своим драгоценным временем. Ты ждал дня, когда ему не хватит средств. Ведь так? Недаром ты был моим хорошим другом. Бизнес есть бизнес. Даже если это приманка, я не заставлял его клевать на нее. Ведь так? Джу Вэнзе, за столько лет ты нисколько не изменился. В бизнесе ничем нельзя жертвовать, кроме личных отношений. Директор Е. Вы ужинали? Хай приготовил вкусную лапшу. Хотите попробовать? Пока. Я дал ему шанс выжить. Если он подпишет соглашение о выкупе, он выживет. Даже в бизнесе нельзя использовать такие подлые методы.
Вся игра в том, что крупная рыба пожирает мелкую. Какие могут быть правила? Я знаю, что я больше не поем твою лапшу. Счастливо. Если вы хотите показать свой прототип, он должен быть безупречен. Будьте готовы проиграть. Это ваша вина, что опоздали. Я не обязан платить за ваши ошибки. Сегодня вы оказали мне большую услугу. Я должен угостить вас ужином. Я Джоу. Не отказывайся. Ты готов принять внешний капитал. Не торопись. Нужно терпение. Фотон технологии? Я сказал нет, значит нет. Директор, я. Вы когда-нибудь поддерживали меня в моем стартапе? Нет. Хай, чего такой радостный? Институт финансового сотрудничества одобрил аудит капитала для Синсин. А еще директор Чен и У хотят обсудить это с Е Джоу лично в Шэньчжэне. У них большие инвестиционные намерения. Отлично. Позови Е Джоу на собрание. Хорошо. Директор Е, вы талантливый молодой человек, и сотрудничество с нами – это правильный выбор. Не волнуйтесь, в будущей сфере науки и технологий мы точно произведем фурор. Можешь помолчать. Точно. Перед подписанием контракта нужна тишина. Вы нашли его? Лу Сяолин из его дома. Видел, как Е Джоу вышел. Ищите его. Хай, ты куда? Церемония подписания. Директор, я, пожалуйста. В нашем контракте вы увидите наши благие намерения. Я могу ответить на любой вопрос. У меня есть вопрос. Пожалуйста. Директора Хань вообще не существует, верно? Или это вы, так называемый директор Хань? Раз у вас такие благие намерения, позвольте мне сказать вам правду. Я правда предложил 200 тысяч. В свою очередь, вы сидите передо мной, и я считаю, что это риск малым ради большого. Это бизнес. Не ответите? Правильно. Камеи преткновения всегда много на пути к успеху. Но вы умный, я думаю. Думаю, ваш выбор точно правильный. Давайте поторопимся. У меня будет еще одна встреча. Я Джоу! Сянхай, я Джоу! Не подписывай контракт, я помогу тебе найти выход. Хай, хватит. Не надо больше твоих времязатратных методов. Бизнес — это поле битвы. Главное — эффективность. Нет ничего практичнее, чем получить миллионы. Я подумай.
Вам не нужно выплачивать кредиты, долги по зарплате и платить за аренду, воду и свет. Вам ведь не нужно минутное удовольствие. Это бессмысленно. Я Джоу. Поверь мне. Когда я увидел фотографию тебя и Джу, подумал, что вы сообщники и хотите лишить меня моего патента. Раньше мы были деловыми партнерами, а потом из-за разных принципов мы пошли разными путями. Давай. Раз вы пошли разными путями, зачем ты ставишь его фото на стол? Нас было пятеро, включая одногруппников из универа, армейских товарищей и деловых партнеров. Шло время, и мы оказались вместе. Предпринимательская деятельность — незабываемый для меня период. Где остальные трое? Не беспокойся о них. У меня к тебе есть дело. Сначала послушай. Сенсорный экран нашего электронного словаря неисправен. Нам сообщили, что фидбэк на функции беспроводной сети не своевременный. Хай, нам нужны деньги, чтобы продолжить оптимизировать продукты. Эпоха электронных словарей закончилась. Будущее — это эра смартфонов. Так, отмени презентацию новинок, а я найду деньги. Даже в эпоху смартфонов некоторые функции таких словарей незаменимы. Нет. Мы не только не можем отменить презентацию новинок, но и должны сделать ее максимально впечатляющей. Фокус на двух аспектах — сенсорный экран и беспроводная сеть. Дефекты, о которых ты говоришь, не стоит упоминать. Джу Вэнзи, в бизнесе важна репутация. Какая репутация? Не получится, поменяем название и начнем заново. Названий полным-полно. Фухай, Фухуа, Футун. Как тебе Футун? Назовем Футун. Но люди не идиоты. Мы создаем продукт, а не наживаемся на людях. Я читал, что у простых потребителей трехсекундная память. Понимают, что их обманули, потом немного сожалеют и продолжают потреблять. Это принцип и основа! Ладно. Ладно. Знаешь, позавчера был день рождения моей дочери. Она хотела новый компьютер. Но на моей карте только 2000 юаней. Я даже 10 000 не накопил. За 5 лет с начала бизнеса мы спали на полу, ели остатки и не спали ночами. Я не думал, что это трудно, и не думаю, что трудно. Но сейчас я даже не могу купить компьютер. С меня хватит. С меня хватит! А что думают остальные? Они согласны. Хай, а ты? Я против! Это бесполезно. Ты видел фотографию в моем кабинете? Это не просто фото. Это память о моем поколении. Пошли к морю. Большой залив дает почву для воплощения мечты и дает мне надежду. Я хочу помогать таким молодым людям, как ты, начать бизнес. Я построил для тебя мост. А пересечешь ли ты его, зависит от тебя. Ты правда думаешь, что я смогу? Ты еще не проиграл. Просто не выиграл. Пока что. Хай. Спасибо.
Ну что ж, нужно готовиться к открытию. Помоги временно нанять 12 человек, 8 в офис, 4 для Ци. Хорошо, я найду людей. Что это значит? Если взялась помогать, помогай до конца. Размечтался. Деньги, на которые центр подал за нас заявку, очень нам помогли. Но мы все еще должны банку. Можно ли полагаться только на показную сторону? Сянхай сказал мне, что деньги любят истории. Если мы скажем, что нам нужны деньги, погасить кредиты и решить проблемы компании, никто нам не поможет. Венчурные капиталисты хотят увидеть нашу решимость выйти на рынок. Рассказ о том, как Синсин технология вышла из тупика. Чем душераздирающее, чем выше риск, тем больше выгода. Отойди. Уверен, что расскажешь хорошую историю? Толстяк носит рубашку, независимо от ее размера. Как это понять? Нужно смело идти в бой. Если инвесторы придут в нашу компанию, я свяжусь с тобой. Хорошо. Жду с нетерпением. Кстати, Джоу, я связался с директором Ченем. Он специально приедет из Сычуань. Я найду самый аутентичный сычуаньский ресторан. Подойдет закусочная Дзе. Не нужно роскоши. Но директор Чэнь миллиардер. Закусочная нет. Делай, как я сказал. Ну, ребята, есть прогресс. Это, принеси мне лопату для мусора. Лопату? Вон она. Это называется совок. Совок? Пусть будет совок для мусора. Директор Чэнь родом из отдаленной местности. Он вошел в круги инвесторов 10 лет назад. Он действует необычно. Каша здесь отменная. Директор Чэнь, за вас. Выпьем. Согласно нашим данным, Чэнь любит футбол. Ярый фанат Тоттенхэм Хотспур. Последний раз в Гуандуне я был 3 года назад. Скучаю по здешним закусочным. Настоящие аутентичные рестораны всегда где-то спрятаны. Директор У инвестирует в различные электронные продукты, но общаться с ним непросто. Давай, выпьем за тебя. Поздравляем. Директор У? Я вице-президент компании Синсин Технологии. Зовите меня Ци. Здравствуйте. Вы, по-моему, опоздали на 2 минуты. А по моим часам я пришел раньше. Имеете в виду, что с моими часами что-то не так? Да что вы! Выпью в наказание. Это вино достаточно дорогое. Цена вашей ошибки немного высока. Директору, давно не виделись. Госпожа Чэнь, что вы здесь делаете? Наш Ци много раз говорил, что инвестор очень заинтересовался нашим проектом. Не ожидала, что это вы. Ци, как начальник отдела по связям с общественностью, я ничего об этом не знаю. Ты должен выпить в качестве наказания. Да, хорошо. Кажется... Вы приехали в Шэньчжэнь развиваться. Госпожа Чэнь, ваше вино. Я помню. Вы очень любите это вино. Посмотрите, год изготовления хороший. Глендронач. Вы как-то раз говорили, луна отражается в тысячах рек, и во всех них она разная. Вино как луна, сердце как река. У всех разные ощущения от вина. Юй, я уехал из родного города. Тяжело найти близкого друга. С хорошим другом и 1000 бокалов мало. Так, дружище, допей эту бутылку вина. А я выпью это вино с госпожой Чэнь. Не выйдем, пока не напьемся. Друг, налей вина.
Директору, выпьем в следующий раз. До свидания. Пойдем. Я слышала, что Синсин связывается с еще одним инвестором. Джоу разбирается с директором Чэнь из Сычуань. Звони, если что-то понадобится. Не говори Джоу, что сегодня произошло. Чэнь Юй, ты правда просто мимо проходила? А что? Ты крутая. В моих глазах ты просто... Если не умеешь делать комплименты, то лучше промолчать. У вина отсроченный эффект. Осторожно. Давай. Пока-пока. Директор Чэнь, сегодня северо-лондонское дерби. Арсенал и Тоттенхэм. Не опаздывайте. Я фанат Тоттенхэма. Смотрю, чтобы не побили. Да ну, вряд ли. Увидимся. Все готово. Что-то еще нужно? Хорошая идея позвать его на игру. Сегодня заключим с ним сделку. И о чем думаешь? Чтобы не побили. Когда ты уже предложишь директору Чэнь сотрудничество? Друзья, возьмите паузу и подойдите сюда. Снимите футболки Тоттенхэм. Наденьте другие с Арсеналом. Везде замените на слоганы Арсенала. Ты чего? Чэнь фанат Тоттенхэма. Футболки с Арсеналом будут провокацией. Именно это нам и нужно. Другими словами, он, кажется, этого и хочет. Вы, наверное, не поймете. Заменить все воздушные шары и фонари на красные. Где купить футболки? Нет, уже поздно. Я могу поменять шары, но поменять футболки не получится. Если хотите, можете использовать красные футболки из тимбилдинга. Можно нарисовать логотип. Хай, ты еще на работе? Вы болельщик Арсенала? У Арсенала есть такие футболки? Я сам ее сделал. Добро пожаловать! Добро пожаловать! И все своими руками? Забыл вам сказать, мы все болельщики Арсенала. Мы поддерживаем Арсенал! Арсенал победит! Директор Чэнь, вы не испугались? Арсенал победит! Арсенал победит! Послушайте, я никогда не боюсь. Сделаем ставку. Если вы проиграете, как насчет того, чтобы каждый сделал по 100 отжиманий? Да! Прямо сейчас. Давайте, давайте, пейте. Волков боятся в лес не ходить. Против вас 10 человек. Что уж говорить о 10, когда меня и сотни не пугает. Ура! Выпьем! Почему они так играют? Вперед, ну же! Почему Джоу решил вдруг поменять футболки? Давай сначала поговорим о Чэне. Директор Чэнь родом издалека. И он никогда и ничего не боится. Столкнувшись с такими людьми, если им льстить, они будут смотреть на вас свысока. То есть... Чем агрессивнее болельщики, тем больше ему нравится? У мужчин есть черта. Они хотят показать свою силу. Чем сильнее противник, тем энергичнее он. Иногда провокация может быть в его пользу. В разумных, конечно, пределах. Я вообще не понимаю мужчин. Я Джоу действует диаметрально противоположным образом. В этом его хитрость. Что ж, он действительно добился быстрого прогресса за последние 2 месяца. Гол! 1-0! Тоттенхэм забил. Откуда ты это знаешь? Послушай,
Только директор Чэнь там шумел. Боже, 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 придется делать 100 отжиманий. Давай. 98. Ниже. Я не могу. 99. 99. Я не могу. Давай, быстрее. 100. Я был очень рад посмотреть футбол. Ну что, убедил? Нет. Вот упрямые. Приходите еще на дерби. По рукам. По рукам. Пойдемте поговорим. Давайте. Отлично. Есть надежда. Директор Е. Вы очень постарались. Главное, что вам весело. Что вы предлагаете по плану сотрудничества? Мы готовы подписать соглашение. Если продукт успешно выходит на рынок, вы будете владеть 20% акций. Если это не произойдет, ваша доля удвоится. Насколько я знаю, у вас по-прежнему много кредитов. Если запуск продукта не удастся, вы станете банкротами. Тогда моя доля станет 40%. Это тоже проблема. И как там дела? Что думаешь? Не знаю. Директор Чэнь. Венчурные инвесторы вроде вас видели много взлетов и падений. Что предложите? Я могу инвестировать 20 миллионов, но в виде конвертируемых облигаций. То есть 20 миллионов юаней временно считается долгом. Долг может быть конвертирован в акции в определенное время в соответствии с соглашением. Директор Чэнь, вы получаете выгоду, ничем не рискуя. Но в бизнесе так не делают. Ничего, не торопитесь, обдумайте все. Директор У. Хорошо. Что сказал У? Он надеется получить право на присвоение имени и вместо Синьсин сделать Зиньюань технологии. Оба инвестора якобы занимаются венчурными инвестициями, но один хочет изменить имя, а второй боится рисковать. Помоги мне. Удобно? Даже Хай не может справиться с такой ситуацией. Привет, Чэнь Юй. Послушай меня. Хай мне кое-что сказал. Джоу! Я придумал! Директор Чэнь, сюда. Я здесь по двум вопросам. Первый — поговорить о деталях контракта. Второй — посмотреть на план R&D для новых продуктов. Вот что, я еще не договорил с одним важным клиентом. Можете подождать в конференц-зале? Вэй, воды! Директор У, извините, у меня срочное дело. Давайте закончим на этом. Так. Директор Чэнь, очень извиняюсь, у меня срочное дело. Можем встретиться в другой день. Другой день. Директор У из Зиньюань Капитал. Директор Чэнь из Чанчуань. Очень извиняюсь. Ти, сколько это займет? Около часа. Давай, извините. Я понял.
Южный капитал. Только до здания Южного капитала столько ехать. Будут ли они заинтересованы в проекте Е-Джоу? Телефон. Юродел, измените контракт с Синсин технологиями. Прямо сейчас измените план сотрудничества Синсин. Мы должны вернуть Е-Джоу из Южного капитала. Откажитесь от права наименования. Быстрее. Цяньхай. Хорошо. Да-да. Хорошо, спасибо директору. До свидания. Хорошо. Директор Ву сказал, что готов увеличить инвестиции и отказаться от изменения имени. Директор Чей надеется, что мы не будем сотрудничать с Южным капиталом, готовы принять первичное соглашение. Они отказались от идеи конвертируемых облигаций. Инициатива в наших руках. А Южный капитал? Я не знаю такого инвестора. А ты знаешь? Кто тебя научил такому? Я умный, меня не нужно учить. А тебя, глупенького, никто не учил? Цяньхай не казался мне таким красивым до сегодняшнего дня. Хай, ваши крылышки. Я их не заказывал. Господин Юэ Синсин попросил меня давать вам тарелку крылышек каждый раз, когда вы едите лапшу. Он угощает. Сказал не открывать это, пока вы не увидите. Хай, я обещал купить тебе крылышки. Я уехал в Гонконг к семье. Я Джоу. Новый установочный пакет был обновлен. Хорошо. Помните, никогда не снимайте эти часы. Я сделал чехол водонепроницаемым, с ними можно мыться. Запомнила. Ты говорил мне это много раз. Я не могу часто приезжать к вам. Если будете носить часы, я всегда буду знать ваше состояние здоровья. И я могу быть спокоен. Утечек больше нет? Не волнуйтесь, у нас есть сертификат безопасности. Угадай. Уберите эту. Если я прав, я съем и наоборот. Уверен? Ага. Джо, тебе решать, есть там что-то или нет. Не думай только о победе. Нужно уметь справляться с неудачами. Папа.
Папа. Я начал бизнес в 90-х. В то время у меня не получилось из-за моего высокомерия. Поэтому помни, если ты пересек реку, ты должен смело идти вперед и не оглядываться. Ты слушал ее много лет, но мы не слушали ее вместе. Послушаю с тобой. Хорошо. Но теперь я знаю. Он думал, я хотел бы показать ему, какой я человек. Но таким образом, он увидит мою руку после судороги и подумает, что я мужественнее, чем сейчас. Я смогу это сделать. Хотел бы я быть этой рыбой. Он хотел проявить всю свою силу, чтобы побороться с моей волей и мудростью. Синсин Технологии представляет наш центр. На сегодняшний день имеет более 20 патентов и несколько сертификатов. Достигли сотрудничества со многими университетами и медицинскими предприятиями. Синсин Технологии и Цзиньюань Капитал подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и разработали новое поколение умных часов для мониторинга здоровья. Приглашаем господина Джоу, основателя, произнести свою речь. Здравствуйте, меня зовут Е Джоу. Сегодня здесь присутствуют все мои партнеры. Это они оказали мне безграничную поддержку на пути к предпринимательству. Больше всего я хочу поблагодарить Большой залив. Центр Цяньхай оказал огромную поддержку нам, молодым предпринимателям Гонконга и Макао. Вас больше всего интересует, когда произведут и запустят первое поколение умных продуктов для мониторинга здоровья. И сегодня настал этот момент. Директор Джу. Директор Джу. Что такое? Все плохо. Смотрите. Синсин выпустила новые продукты. Они заберут нашу долю рынка. Я верю, что Синсин технологии оправдают все ожидания. Будущее многообещающее. Спасибо. Ура! Отлично! Ура! Джоу, проблема! Что такое? Проблемы с умными часами. Не работает клавиша назад. Часы Синсин хуже, чем Футон. Да, часы Футон лучше. Эти сообщения совершенно беспочвены. Очевидно, что комментарии написаны интернет-троллями. Количество кликов превысило 10 тысяч, если так продолжится. Вы читали статьи? Читали? Мы это обсуждаем. Это дело рук Футун. Мы внимательно проанализировали статьи. Эти статьи не только клевещут на вас, но и продвигают семейный мониторинг здоровья от Футун. Они настроили Футун против нас. Нам нужно найти подходящего человека для связи с общественностью. Хорошая пиар-компания. Очень дорогая. Нужен человек снаружи. Слух о Футун-технологиях — это бесплатная реклама для нас. Хороший пиар не в том, чтобы опровергать слухи, а использовать их. Чен Юй, я... Лирика, потом, я занята. Кстати, отдай деньги за вино. Я понял, кто научил тебя этому. Thank you.
Пиар в кризис — это жесткая битва. Когда наступают трудности, нужно их решать. С тобой, Чен Юй. Я уверен во всем. Ты нам очень доверяешь. Кто верит, тот спасен. Хай. Нужно кое-что обсудить. Говори. Мне нужно, чтобы ты был моим партнером. Я искренне приглашаю тебя присоединиться ко мне. Будет еще много трудностей. Надеюсь, мы сможем пройти их вместе. Вы, молодые люди, можете заниматься новаторством, а я буду вашей нянькой и всегда буду поддерживать. Я слишком консервативен в таком возрасте. У меня нет энергии. Ты все еще таишь обиду. Хай, сколько тебе лет? Почти 50. Ты совсем не старый. Пэй сказала, что не нужно думать только о победе, нужно уметь и проигрывать. А наш центр — это моя отправная точка, но не твоя конечная. Есть книга, называется «Пусть слоны летают». Читал? Как слоны могут летать? Могут. Если захочешь. Ладно, тогда полетели. Осторожно.写故事多辉煌，你萤火的光。